И я продолжаю рассказывать о том, что я хочу приобрести Вейвен, или то, что у меня было, и то, что мне понравилось. Так, вот на такой страничке на распродажной как раз приличное количество продуктов, которые у меня было. И начну я с вот такого вот увлажняющий крем с тональным эффектом «Секрет идеального тона SPF 15». У меня Айвори, слоновая кость. Сейчас это, наверное, первый тональник в мире вообще за всю мою жизнь, который я заканчиваю до конца. То есть он у меня истрачен уже сейчас полностью. Очень понравился. Я им пользуюсь, наверное, с весны. Сейчас уже осень у нас идет. То есть мне его надолго хватило, почти постоянно, почти каждый день я им пользуюсь. Буду, наверное, скорее всего, когда подешевеет, повторять его, потому что он мне понравился. Такие тени Супершок у меня были в оттенке космический аметист. Мне не понравились они, но я слышала другие положительные отзывы на светлые оттенки. Это розовая призма и какао со льдом. Возможно, какой-то из этих оттеночков я попробую когда-нибудь. Хочу очень попробовать основу под тени для век, пока тоже еще до нее руки не дошли. Уже вовсю пользуюсь тушь для ресниц полный спектр, брала уже 2 или 3 раза, у меня мама уже брала ее 2 раза, очень нравится и мне, и маме. Хорошая, даже сейчас вот я как раз именно ей пользуюсь. Вот эта тушь у меня тоже сейчас есть, понравилась. Это, по-моему, удлиняющая, да. Черным оттенком у меня была 1 раз, мне про нее делали комплименты, что как накладные ресницы выглядят. И вот сейчас она у меня 2 раз, эта тушь. Очень нравится, тоже ее советую. Так, что здесь у нас? Ну, из Color Trend мне, наверное, так ничего не полюбилось. Вот эти вот серии, я говорила в своем видео, что фиолетовую серию я бы не стала брать. Из зеленой вот такой серии у меня был тоник. Мне понравился он, в принципе, как профилактический. И была вот такая вот маска. Так, это значит гель, здесь гель, маска, вот маска. Последний раз в каталоге она. Маска с глиной для глубокой очистки пор очень понравилась. Она очень хорошо, на самом деле, очищала поры. И после нее кожа у меня всегда была очищена. Истратила я ее, наверное, половину. И у меня сестренка потом ее попросила, я ей отдала. Мне понравилась очень эта маска, зеленая серия. И буду, наверное, как хочу попробовать. Вот 7 номер. Для лица очищение пор именно вот эту вот. На нее тоже были уже положительные отзывы. Хочу себе ее тоже как-нибудь взять. Подожду, когда будет, наверное, подешевле. Так, хочу попробовать вот эту серию Professional все еще давно. Пока ничего так и не брала. Отзывы на все разные. Надо мне самой, наверное, смотреть. Так. Что еще мне нравится? Из детской серии мне очень нравится шампунь для детей, это номер 7, у нас такой сейчас счастливый малыш, очень экономный, приятно пахнет, никакого раздражения не вызывает, очень нравится, про остальную серию не могу ничего сказать, но шампунь очень хороший, пользуемся с удовольствием. Так... Из бижутерии сумок меня ничего в этом каталоге не заинтересовало особенно. Что еще? Ну вот у меня не мне, правда, но маме очень нравится вот такой вот бальзам. С маслами ши миндаля, она его брала уже 2 или 3 раза в новогоднем выпуске, очень хороший, нравится, как смягчает, увлажняет, то есть ей нравится. Понравился вот такой вот бальзамчик малина мне, другие, конечно, я брать, наверное, не буду, но мне понравился он. Неплохо тоже увлажняет, питает, приятно пахнет, на лето самое оно. В Россию Энди 25+, я уже сказала, что я бы взяла себе все, наверное, из нее. А, вот эта серия мне понравилась, Planet Spa розовенькая. А, так. Это у нас секреты Египта с водяной лилией. У меня маска такая для лица, мне она понравилась, и аромат тоже. Вот это средство, которое мне понравилось. Здесь оно. И нет, еще не долистала. Вот.
Значит, это у нас что такое? Вот, двухфазное средство для снятия макияжа. И Solutions мне очень понравилось. Уже у меня скоро кончается. Хорошо стирает макияж, даже водостойкий. Советую, возможно, когда-то буду и повторять, если будет подешевле. Потому что я брала за 99 рублей. Больше как-то из этих серий мне, наверное, ничего не подошло. Так. Маска для волос мне нравится. С маслом Ши. Где она здесь? Вот, номер 6. Такая маска у меня была, очень понравилась. В распродаже будет в старом варианте, в 17-му каталогу. Наверное, буду там ее брать, потому что здесь надо 2 за 359, а там она будет за 149 рублей, то есть за 150. Мне нужна только такая маска одна. Хочу ее. Возможно, что-то еще подумаю из серии Planet Spa, но она довольно-таки дорогая. Из-за этого я ее не часто беру. Вот моя масочка «Секреты Египта», нравится. А также, что еще? Вот такая маска у меня, только в другом оформлении, в старом. Тоже очень понравилось, вот эти две маски. Не понравилось мне вот это с «Мертвым морем» по запаху только. По действию вроде бы как и нормально. И вот это мне тоже аромат не нравится. Поэтому брать вот эти две не буду. Посмотрю, как остальные, может быть, когда-нибудь еще, когда те кончатся. Так. Серия Кэа. Серия Кэа мне понравилось жидкое мыло. Вот это вот ромашка и вес с антибактериальным эффектом. Хочу попробовать все-таки гель для душа. Когда-нибудь вот этот вот, если когда он, может быть, будет цена другая. Также хочу вот эти лосьоны попробовать. Очень хочу с морскими водорослями укрепляющие попробовать. Мне его советовали. Возможно, как-нибудь до него я доберусь уже, наверное, ближе к весне, к лету. Так. Дальше идет... Это серия Skin So Soft, про которую я говорила, что как-то не хочется пока ничего пробовать. Вот это вот серия очищающих интимных средств, вернее гелей для интимной гигиены. Нравятся все, вот эти оба, то есть у меня оба были, но больше понравилось мне без запаха, то есть не парфюм.